Во второй раз стал отцом. У актера Константина Хабенского теперь есть дочка. Как стало известно Лайф, у его супруга Ольга Литвинова родила накануне. Пара поженилась летом 2013 года после года отношений, которые они, кстати, не афишировали. Несколько месяцев назад Литвинова впервые вышла в свет в интересном положении. У Хабенского уже есть сын Иван от первого брака. Актер был женат на журналистке Анастасии Смирновой, которая скончалась от опухоли мозга всего через год после рождения ребенка. С тех пор Хабенский активно занимается благотворительностью.